Всем здравствуйте. У нас турнир по FIFA. Победитель выигрывает все, проигравший, к сожалению, вылетает. Турнир по FIFA в городе Сєвєродонецьку. Как вам турнир и как вы сыграли на этом турнире? Да, турнир вообще замечательный, но для меня он не очень замечательный. Вы проиграли? В первом матче выиграл 5-3. Играю я за Барселону, за Реал Мадрид выиграл. Манчестер Юнайтед 5-3, а потом в ответочке 4-1 отлетели. Вот так. Погба меня похоронил. Такие дела. Обидно вам? Да, немножко остыл уже, но было обидно вообще. Ну, мы в следующем месяце, году, может, когда-то турнир еще проведет. Вы придете? Конечно. Спасибо. С вами были мы. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Грудинский Руслан Андреевич, 1996 года рождения. Назовите свою команду. Боруссия Дортмунд. Итак, как вам впечатление от первого вашего матча? Отсоса. Проебал 0-1. Ну тут типа два матча будет, поэтому еще шансы будут. Как вы оцениваете своего соперника? Соперник нормальный, но просто я что-то вообще нулина. Что вы собираетесь предпринимать для хорошего результата? Подвинуть стол немного к экрану, но не вижу. Понятно. А как вам вообще в целом остановка? Хорошая атмосфера, пацаны хорошие, нормальные. Победитель выигрывает много денег, поэтому... Назовите, пожалуйста, цену. Цена? 700 гривен. О, вот это у вас тут хороший, да, получается? Хороший, клуб. Да, тут хороший, тут все обустроено, дырки в потолках, все замечательно. Так, пойдемте. Представьте, коллег. Они тут слишком заняты, болеют за свой клуб. Ой, давай. Димон, иди прямо. Бей ближе. Сейчас играет Барселона против Баварии. 0-0. На первый тайм закончился. Мы с вами еще свяжемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение? Хорошее. Пошел в полуфинал. И первый полуфинальный матч уже получили. А против кого? Против Баварии. И как вам соперник? Хороший, ну, неплохо играет парень. Неплохо катает, нормально. Что вы ждете от ответки? От ответки жду разрыва жопы просто. У вас есть какие-то заготовки? Есть, домашние заготовочки. Какие, можно узнать, или это тайна? Это секрет, нельзя раскрывать секрет. Я понял. Ну, пожелаем вам удачи. После, спасибо. Если вы выйдете в финал, то обязательно интервью у вас возьмем. А сейчас... Давайте. Мы для вас. Если не выйду, не берите. Хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Руслан Владислав.
За какие команды вы сегодня играли? Боруссия, Манчестер Сити. Это наши финалисты сегодняшние. И Владислав сегодня одержал победу. Минимальную победу, но победу. Ваши впечатления, Руслан? Мои? Идеальные. Так проебал, по-моему. Слишком обидно? Обидно. А ваши впечатления? Отлично, игра. Не спорю, отскочил, с навеса забил. Еще хотите поиграть такой турнир? Конечно, естественно. Еще проведем подобное мероприятие. Поможешь, чтобы людей главное было, и так все. А кто сейчас там играет? Игорек, Славюха. Понятно. Ну ладно, пожмите друг другу руку. Спасибо. Все, до свидания.